Ну что я могу сказать, уже становится традиционным приехать на Нелингу и сварить пельмешек. Ну потому что очень поздно, да? Да. Ну что-то другое, да. Уже... В этот раз мы вдвоем с Вованом. Взяли не две пачки, а одну. Полторы. Да. Ну, за 800. А из города мы выехали, наверное, часа в 4. Да. Вот, где-то в часов 9 мы были уже... Заправились в Березники. Еще в Лиме заезжали в магазин. Да, еще в Березники заезжали в магазин. Да, это заправились. Вот. Время у нас сейчас 10:30. Сюда мы приехали. Что, все сварилось? Забыл. Я накрою, пусть. Да. Приехали мы сюда. Может быть, сейчас назад, да, уже? Да нет, полчаса. Ну хорошо, в 10 часов. Короче, мы быстро долетели. Но тут были дождики, дорожка такая сыренькая, скользкая. А так ничего. Так что вот так скажем, мы тут немножко отдыхаем. Завтра утром посмотрим, что нас тут окружает. Траву опять косить. Немножко надо. Роса, эти самые комары. Короче, приехали. Выходить неохота. Неохота. Ну что, вот время 9:30, мы уже попили чайку. Сначала пришлось прокосить дорожки. Трава тут за месяц выросла. Вот у нас умывальник. Теперь тут зубки чистим. Вот тропинка. Самое главное, до туалета. Это после туалета надо всегда руки мыть. Мойте до и после, и перед. Смотрите, какая трава выросла за месяц. О, видите? Вот такой вот у нас нынче август. Смена. Август 2023 года открывается. В этот раз нас двое. Смену открывает. Смену открывает Володя Калинин, ЛДПР. Ну а сейчас мы поедем за водой. Традиционная покатушка. Посмотрим, как она сегодня завершится. Без приключений как-то спустились в этот раз. Вообще смешно даже. Даже в яму не заехали. Даже не заехали в яму. О, сама посуда. Ты, наверное, давай набирай, а я буду это достать. Конечно, конечно. Но тяжелое. Сначала тяжелое. Разгрузить-то надо. Такие с музычкой здесь, да? Ну, давай, я пойду большую. Нормальная водичка, Сань. Будем смотреть. Очень хорошая. Ах, речка, речка. Вода не такая, не холодная. Слышь, вода большая, может быть, отсюда дошли? Да куда? До полудома-то не дойти. Только если до этого. До Павловска не дойти? Не. Набрали последнюю баклажку. Река большая, решили сегодня спускаться отсюда до печек. Да? Да. Так что вот привет, Нелинга. Август месяц. Будем думать, что дождя не будет, но возьмем с собой плащики. Так, вот видите, я говорил, вот это дерево надо спилить будет. Да ничего, что ты вот оно чуть не мешает. Нет, можно будет... Туда заезжать? Да. Ну хотя нафига? Ну просто можно будет передом. Ну хотя, что тут вертеться, я нормально задом съезжаю. Ну не всегда нормально, но... Нормально всегда! В основном нормально. В основном нормально. Никто нам здесь не сделает ничего, кроме нас. Что? Водка. На берегу он.
Володя ее качает. Я машинку отогнал. Вода привезена. Вот. Сейчас пойдем по Карповской. Нынче поле дальнее засеяно овсом. Всю моход тура они тут накатали. Я думаю, что договоримся. Мы не охотники. Мы чисто рыбалка, грибы, ягоды. Там ихние медведи до одного места. Ну, если встретим, то пошлем опять нахрен. Иван чай уже весь пожух. Весь уже превратился в пух. Вот. Все. Дому приходит конец. Вот так вот пропала деревня. Это весёлого поля. Тут теперь малинник, большой малинник. Про ягоды ничего не скажу, но это малинник. Вон туда. Я думаю, что Вова уже заканчивает накачивать. Ой, колючее все это. Жжется. Трава такая. С крапивой. Даже сквозь штаны жжется. Нифига ядреная какая. О, колешки все сейчас будут чесаться. Я же говорил, что сейчас уже все накачал. Быстро откачал. Военные ему сказали, приказали ему качать. Он качает. Сейчас на себе сидю, что сделать. Может, мне кому достанется. Вот примечательно. Главное, я позволился на шипы подушили. Пока я ходил за новым подсаком, тот оказался ломаный. Этот дефилевый товарищ забросил три раза. Три раза забросил свой спиннинг. Два раза упустил. И два раза упустил. Нехорошо, что это диска. А еще самое главное, что надо это самое. Найти ионные очки. А, ну на, возьми свои очки и не плачь. Так, мы хотели яйца куда-то положить под стол. На. Что у нас еще? Пока ничего нам не надо, да? Пока нам ничего не надо. Ты взял этот самый?